Всем привет, с вами Светлана. Это видео о том, как укореняются листики хавортии. В прошлом видео я рассказывала о том, как я нашла это растение выброшенным на улицу. Да, как всегда, их выбрасывают очень много растений. Оно не такое замечательное и дорогое, но я его подобрала. Там был полностью микс посажен из кактусов и вот этой хавортии. И рассадила, и остались вот такие вот листики, которые тоже не выбросила. Значит, я взяла посуду, вот такую вот, это из-под печенья. Насыпала грунт туда, обычно для суккулентов, для кактусов с перлитом. Я его вот так сейчас полью. И все листики красиво выложила, просто не сильно глубоко втыкая в землю. И будем ждать укоренения. Можно их просто даже не вот так вот ставить вертикально, а можно их просто ложить. Вот так положить на землю и все. Давайте сделаем один вот так. Отправляю на укоренение в светлое, сухое и теплое место. Всем пока и до новых встреч на моем канале.